ребенок, вот. Она еще же. Она же ребенок. Мне ее что, волкам бросить? Опять идешь на 7000 шагов, Климов. Идешь на высокий Хродгар? Я собирался сам доставить туда припасы. Так, ну а что ты это доставляешь туда? В основном это еда. Сушеная рыба, солонина. Ну знаешь, то, что долго не портится. Седобородые-то сами особо никуда не ходят. Ну ты понимаешь. А в обмен что? Ну у нас с ними вроде как уговор. Я хочу сказать, как-то неправильно требовать с них денег за такую малость. Только вот беда. Ноги у меня уже не те, что в молодости. 7000 ступенек мне тяжело даются. А я могу сделать, ну, что-то для тебя? Прав. Вот тебе мешок припасов. Поднимешься по ступенькам. И сегодня не готов я. Ай-яй-яй-яй-яй, какой плохой человек. Ребята, я вспомню, что лично меня хотел Ярл Вайтрана назначить Хускаровым и при этом дать с собой в напарнице Лидию, которая мне бы сейчас неплохо помогла в пути. Эх, что же я за человек, ребята? Совсем я уж поторопился с этим. Сказал ему, что Довокин, тот мне наплел, что, мол, давай, топай к Седобородам. А совсем забыл про дракона в небе-то. Ну ладно. Довокин, твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. По праву Ярла, я нарекаю тебя Таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Я назначаю Лидию твоим личным хускарлом, а это оружие из моей оружейной будет символом твоего звания. Я также сообщу страже о твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Мы рады видеть тебя среди танов нашего города, Довокин. За работу, Провентус. Отлично. Нам надо защищать город. Вот то, что я и говорил. Да, мой господин. Минуточку. Ну, ладно. А вот, кстати, она. Ярл назначил меня твоим хускарлом. Ну что ж, идем. Идем. Время не ждет, нам все-таки к Седобородам топать надо. Вайтран стоит в центре Скайрима. Даже не успел дочитать. Так. Ну, что? Айверстед. Айверстед. Ну, и тут ночь. Не, ночью, конечно, путешествовать-то опасно, потому что это, собственно, то и ночь. Поэтому давайте-ка немножко переждем. Ну, хотя бы в 7 утра отправимся. О, в 7 утра в самый раз. И солнце светит так вот прилично. И все видно. Так, Литос, ты где? Вперед. Литос, не отставай. Убедительная просьба. Что бы это значило? Что бы это значило? Это значит, что я Лидоса позвал. Никто из нас мог бы оказаться достойным такой чести. Так, теперь нужен... Ой, у нас будет здоровеннейший маршрут на пути наверх. Капец, какие они большие маршруты. Ну ты где? Ну что, подруга, погнали? Значит, что... Ну, читать это не буду, потому что если у каждой там лички останавливаются, то наш летсплей займет, наше прохождение займет здоровеннейшее по счету время. Неплохо. Так, что-то она отстает, либо я такой слишком быстрый. Наверное, я такой слишком быстрый. Лидос, ты меня там... Давай. О, блин, даже вот... Козел этот еле-еле поднимается, или ты баран? Даже понять не могу, кто это. Ну ладно. Значит... Ой, еще это. Так у них тут встреча, оказывается. Значит, вот баран и другой баран. Ну, давайте-ка посмотрим. О, и еще один баран. Да что это? Что это за встреча такая странная? Ну ладно. Так, ждем. Ну, Лидос, ну давай быстрее, ну елки-палки. Я не хочу тут, не знаю, целый час тебя ждать. Так, давай, быстрее. Быстрее, сильнее, дружнее. О!
Здравия желаю. Ой. Да? Да, воистину странно, когда монахи такое делают. Интересно, что такое это значит? Такое делают. Ага. Что кричат так, что все слышно. Но зато мы услышали, и теперь сможем... ну, теперь мы знаем, что нам стоит туда пойти. Опа, я кого-то слышу. Ой, кого-то слышу. Вообще кто-то получит по заднице. Я же сказал. Кто-то получит по своей паршивой заднице. И мне чуть не хватило, чтобы качнуть левел. Ну, как назло. Лидос? Где ты? Хотя я ее понимаю. В принципе, переться высоко, ну, ввысь, это не так-то легко дается, потому что попробуйте подняться на 10-этажку. Нет. На 20-й этаж, например. В ускоренном темпе. Спасибо, что дослушали. Так. Ну, еще повезло, что мы Норда выбрали, потому что по таким заснеженным местам тяжелее было бы передвигаться там обычному человеку. Потому что он... Нордов тут, можно сказать... ну, норды привыкли к здешнему климату. А таких вот заснеженных мест в Скайриме... Ого! Так, тут мы ничего брать не будем, пожалуй. Ведь не зря тут все стоит. Так, Лидос, она вообще за мной идет? Так, я смотрю, она больше спец в области лучного дела. Давайте. Я все еще здесь. Ну, это хорошо, так. Я с радостью понесу твою ношу. Давай-ка мы тебе дадим что-нибудь получше. Например... Так, сколько твое оружие? Стального меча 9. О, не, извини. Древний норский лук я тебе пока не отдам. Ой, древний норский меч я тебе пока не отдам. Мне бы самому сейчас он пригодится. Ну, и пригодится, потому что я знаю, что будет впереди. Пока что спойлерить не буду, вот такой вредный. Ну, Лидос, давай. Дружнее. Поднимаемся дружнее. Черт, как долго еще-то переть-то, а? Ну, еще долго. Окей. Ну, а пока что... Не знаю. Наверное, пока я дойду, это пройдет уйму времени. Хотя, кто знает. Порой кажется, что долго идти, а на самом деле недалече переться. Кто это? Ты кто? Чужеземец. А? Ну, ладно. Я пошутил, не собирался на цену подать. Да, какой-то невеселый путь. Невеселый. Ну ты там идешь. Идет. Хотя стоп. Кажется, это то место, о котором я думал. Так, минуточку. Сохранимся. Стой. Я тебя прикрою. Жди тут. Как скажешь, мой Тан. Так. Посмотрим, что у нас там из ядов есть. Так, зелье. Яд замедления, повреждение рекомендации. Бешенство. Эх, мне бы яд паралича. Стоп. Стоп. А вот, кстати, сейчас нам паралич-то и потребует. Понадобится. Где у нас там паралич? Значит, зелье. Берем. Так, 3 секунды нам должно хватить. Вполне. Так. Заранее приготовим. Есть. Прекрасно. Теперь не теряя времени. А, ой-ой-ой-ой-ой, проблемы. Так, лук, быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй.
Спокойно, спокойно, спокойно. Так, 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 так. Без паники, без паники. Что делать, что делать? Так, оружие, оружие. Древний нож, меч. А, промазал кержаков. А, давай. Еще раз. Черт, новый уровень. Быстро жмем. Под ХП повысили. Так, что у нас тут? Здоровье, здоровье. Запас сил на этот раз. Все. А, так, ладно, не будем торопиться. Что-то я уже слишком растараторился. Значит, ноги повышаем сразу. Удар. Ну. Да, мы справились со своей задачей. Большой засранец погиб, мы победили. Все. Фух. И главная Лидия жила. Это главное. Так. Мы выступаем? Как скажешь, Тан. Ну, вроде бы своими... Я буду защищать тебя ценой своей жизни. Мы, не, надеюсь, никого в моем доме не разбудили. Потому что все спят. Это я один засранец не сплю. Ну да ладно. Так. Так. Значит, теперь идем сюда. Ох, 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 ох. Выдыхается варварка. Ой, стоп, какая варварка. Мы же за Twilight играем. Совсем забыл. Прошу прощения, Twilight. Этого больше не повторится. Так. Еще долго идти. Ё-моё. Веселое путешествие, ребята. Но... Ну, по крайней мере, у нас есть Лидия, это главное. Она, если что, поймет, поддержит, защитит. Так ведь, Лидия? Ну, давайте пойдем сюда. Вроде бы еще с маршрута я еще не сбился ни разу, это радует. Сколько еще обходить-то, ёшкин кот? Зачем жить так высоко? Ну, хотя... Врагам будет тяжелее добраться до них. Ну и врагам будет тяжелее добраться до них. Лидос, давай вперед. Не тормозим, не тормозим. Не тормозим. Ну, сколько там? Надеюсь, уже недолго осталось. Потому что, я уже не знаю, мы уже слишком уж большой путь... Да, я знал, что мы дойдем. Я знал. Вот он, высокий Хротгар. Давай, открывай локу быстрее. Лидия, бежим. Высокий Хротгар ждет нас. Ну, по крайней мере, он ждет меня, а ты как бы со мной, поэтому тебя-то пропустим. Ну, ничего ж не такой замок, в принципе. Поэтому, я думаю, мне здесь понравится. Так, и давайте-ка сделаем. Значит, разные. Припасы Климика. Складировать. Все, квест выполнен. Потом вернемся к Климику и сообщим, что все доставили, все окей. Ну, ладно, давайте-ка на этом будем с вами прощаться, дорогие друзья. С вами был я, Глеб, и Лидия. И что ж, это было прохождение игры The Elder Scrolls 5 Skyrim. Увидимся в следующей части.